Доброе время суток, дорогие друзья. Сегодня буду рассказывать об этой программке, которую я приоткрыл, и смотрим, что она показывает, рассказывает. Показывает она нам, что у нас все файлы и все программы работают, как видите, идеально. Отзывчивость обалденная, нагрузка центральной памяти и все остальное. Прям идеально все хорошо работает. Вот, ну, естественно, она платная, но так как у нас есть сайты, которые можно скачать и бесплатно. Вот, взломанные, но, по крайней мере, ну, видите, работает идеально. Все быстренько, скорости прям, все прям четко прям работает. Мне она более нравится. Если мы просто посмотрим... Если мы просто-напросто ее отключим, да, пьем, все. Так, делаем Ctrl Alt Del, смотрим свой диспетчер задач, смотрим. Ну и вот, каждые файлы. И начинается с вылазить, кто вперед, кто будет больше жрать систему. Начинается помаленьку. По крайней мере, было по нулям. Вот видите, да? Вот так вот. Вот видите, прям лупит, прям бегом. Все хотят вперед выскочить. Ну, мы этого не позволим. Вот так вот. Ну вот. Все, начинает она их все ставить на место по нулям. Ну и по крайней мере веселее будет. Такие программы закроет, такие файлы не нужно уберет. И ну вот, по крайней мере, мне она больше нравится почему-то. Вот, как видите. Все окей. Ну, в принципе, здесь вы сами настроите. Ну, в принципе, что ее настраивать-то? Ставить ее по умолчанию все. Ну, то же самое, как видите. Ну все, всем пока, до свидания, приятного, чтобы не ломалась система у вас, работала и без ремонта, подольше.